Светит чувак только Тагас ебучий. Суть по всему. Так, а ты хотя бы знаешь, что делать надо вообще? Да, выживать. А тут тебя все равно потом убьют когда-то? Скорее всего, да. Просто я хочу как The Forest хотя бы. Сейчас, я не учу дорогу. Так, где? А, погоди, где у меня все время... А, у меня это, блядское. Я ж пока загружаюсь, да? Типа подготовка мира, загрузка. Я хуй знаю, что у тебя там. Ой, блядь, здесь уровень воды и еды, пиздец. Я, сука... А, блядь. Пиздец, 30 FPS. Чувак, это ты? Это ты, чё за демон обоссанный? Так я тебе то же самое хочу сказать. Что у тебя за ник freetp.org, сука? Это... Я не хотел. Я не хотел. Сука, как заставить бандикам теперь игру ебучую захватывать, а? Ой, у меня сейчас майнинг произойдет, надо сменить настройки. Человек, ты можешь мне объяснить эту хуйню, а? Что тебе надо сделать, мой сладкий? Мне нужно, чтобы бандикам у меня захватывал игру на первом экране. А, нахуй это называется. У меня даже показатель FPS бандикама, типа, не это. Не работает нихера. Ты мне хлебчик принес покушать, да? Ну чё, будем выживать, что-то делать? Блять, я не могу, чел. Вот ты записываешь сейчас? Да. Как ты это сделал, ёбаный волшебник? А, сейчас. Нужно тебе активировать игровой режим, который будет захватывать окно. Уже сделал. Ну и захвати игру. На игру нажми. Нихуя. Нихуя. Ебать. А, ну тогда я не знаю, на самом деле. Типа... Не работает. Перезапусти бандикам. Блять, нахуй, сука, сука, блять, нахуй, блять, сука, блять, нахуй, блять, сука, блять, нахуй. У меня только такие, блять, комментарии по этому поводу. Слушай, а что ты там говорил, глаз это типа указывает, где, а, где типа, ну твою эту скрытность что ли? Угу. Блять, ебучий сучий бандикам, чувак, ну ты вот... Ну чё тебе не нравится-то? Да не, ну не захватывает ничего абсолютно. Запись игры. Этот режим позволяет записать, понятно, запустите игру, убедитесь в наличии зеленых цифр. Так вот именно, что их нету, нихуя. А, вон, неужели, блять? Ебанёшься просто, чувак. Неужели, да? Неужели, бля? Так, пока у нас есть время, хочу передать привет всем, кто смотрит этот материал не вошедшим. Че, погоди, звук надо проверить, самое главное. 80 микрофон, динамики это, правильно сохранять не надо, общая звуковая дорожка отключена. Ой, блядь. А можно здесь дерево сломать? А, можно, это Майнкрафт. Почти. А тут, кстати, записка какая-то в инвентаре есть. А. Наверное, подтереться. Записка от Дюка всего не визгана. Какая кнопка использовать? Не его. ЛКМ для проверки предмета, рецепта или действующего эффекта. ЛКМ удерживать и перетаскивать, чтобы взять стек. Пусть так, может, стек? Выбросить или заменить стек. Удерживайте или перетаскивать. А. Просто дружеское напоминание, что нужно платить вовремя или будут проблемы, блять. Уже, сука, на счетчик поставили, только заспавнились. В следующий раз все будет по-серьезному. Спасибо за барахло, но за тобой по-прежнему должок. Скоро увидимся, Дюк. Ага, интересно. Так, ну чё? Какой у нас путь развития? Начнем с того, что я вообще не знаю, что нам нужно делать в этой игре. И как вообще, какое управление, ничего не знаю. Ну смотри, нам нужно выживать в течение 7 дней, потом мы сдохнем. Ладно, хорошая цель. Смотри, тут курица есть. Ой, можно бить? Надо следовать за ней. Ну нахера ты это сделал? Надо было следовать за ней. Лутай хотя бы теперь ее. Ну и какая кнопка, сука? А у меня какой, кстати, ник?
Алло, Orange Peter. Free.org. А, то есть у меня тоже, да? Слава Украине. Так, погоди, чувак, что-то происходит. Не нужно раки-маки-факи эксперимент. Погоди, ты можешь от курицы отойти? Ща. Погоди. На кнопочку S нажми на клавиатуре. Погоди, спасибо. У меня тут этот запустился майнинг. А мне, кстати, сильно шумит этот ноутбук? Да похеру. А ее надо сломать, что ли, еще? Да. Блять, у меня что, микрофон шумит, записывается? Не может такого быть. Вот эта херня должна двигаться, да? По идее. Какая? Че, погоди. Ну, типа, где звук вот этот вот? Да. Типа, вот когда ты говоришь, двигается, когда я говорю, что-то нихуя. У меня двигается. Так, сейчас, сука, блядь. Ну, давайте подождем Арсения. Конечно, потому что блядский бандикам. Это такое, сука, очко. Ебанешься просто. А, ну, конечно, это хуй. А, вот так, да? Пиздата. Да. То есть ты мне хочешь сказать, что? Что? Проигрыватель, встроенный в винду, не проигрывает файл MP4. У меня проигрывает. А, ну у меня просто другой этот не встроенный проигрыватель. Я ебу, чувак, что происходит, нахуй. Вот так вот каждый раз вот такая вот хуета, когда пытаешься что-то записать. Это все из-за тебя. А я-то здесь при чем? Да потому что, бля, каждый раз, когда мы идем гамать, обязательно какая-нибудь. Так тебя никто не заставляет записывать, Арсений. Все, пошли, давай. Чувак, мне нужен материал, что сделать, а? Ну что вот сделать? Что вот сделать, а? Как этот проигрыватель называется, я забыл. Какой? Ну, который ты проигрываешь там, это все. А МПХ вроде. Как он так называется? Все, я нашел, я ношу. Ты пока добудь этой какой еды. Я не знаю, как еду добывать. Пизди куриц. Нет. Которые еще на карте есть. В смысле нету. Блять, какие-то звуки страшные. А, то есть это не у меня в голове, да? Не понимаю, что за угли какие-то красные валяются? Это конец нахуй света. Блядь, деревья с веревками, что за... О, что это за говно? А, это белка сраная. Пизди ее. Погодите, какая-то моча сейчас была. А, маленький камень. Так, я принимаю ебаный совет. Что за скрип? Это мне кажется или это в игре? Угу. Я гнездо облутал. Я же не поехавший вроде бы. Так, открыть с помощью. Блять, MP4, конечно, такой сложный файл, сука. Хуй воспроизведешь его. Нет, не хочу воспроизвести. Мне, пожалуйста, блять. Так, хорошо, если... Может, другая дорожка? А, нет, все, нормально, записывается. Записывается, все нормально, я проверил. Сейчас, 7 дней до самовыпала. Так, ну шаги твои есть. Да, все, записывается. Только я хз, почему бандикам не теребит, когда вот эта вот херня должна быть. Ну хз, чувак. Ладно. Ну чё, ты белку залутал? Да. Нет, я гнездо залутал.
Короче, надо пойти и посмотреть, где здесь есть хата. Я нашел. У тебя, кстати, какой пресет графики стоит? Средний. А, ну, больше явно не надо. Потому что произошел майнинг. Да. А, все, пиздец. Фризы начались. Это лута здесь всякие эти дресни есть. Краситель розовый. Пустая жестяная вода. Ты в доме? Да. Так, гриль. Это я беру, конечно. Кастрюля ебучая, тоже беру. Знаешь, что, чел? Вот мы вот посмотрели, у меня что-то резко пропало желание на самом деле тачку продавать, потому что я просто понимаю, что нихуя из этого не... Чувак, зомби! Все не выйдет. Что, где? Пизди. Я не вижу, где. А где он? Вот здесь, сука. Бля, пиздец, сливаем из хаты. Тут занято. Модный приговор. Какой? Да тут пиздец. А как его ударить? Правую кнопку мыши? Любой. Давай это, мочи его. Да, да. Ой, да, там вижу. Проститутка. Пизди, пока он лежит. Отлично. Проститутку пизди. Пизжу. Охуенная боевка. А я блутать. Сука, да не меня. Нихуя. Так. Ну, и чё? А их нельзя лутать, прикинь? Чё, давай лутаем, здесь куча дресни есть. Ты лучше чекни второй этаж, там точно никого нету. Блять, у меня перелом, я ебу. А чё темно стало, так, кстати? Так, швейные херни, кусок ткани. Кстати, чел, а как, чё ты мне когда-то там предлагал это, на заброшку поехать? Когда-то давно. У тебя всё, желание улетучилось, да? Нет, просто никто ничего не писал. Ебать, я в унитазе мутную воду нашел. Новшество, да? Неожиданно. Чувак, давай кастрик сделаем. Тут вроде я помню костер. Ты займись этим. Че, опять зомби? Не-не-не-не. Изготовить спальник, чувак, задание. Волокна травы собрать. Я тут мусор собираю. Че на втором этаже? Можно как-нибудь яркость подкрутить? А где у тебя отобразилось, типа, это? А, ну, нихуя не помогло, конечно. Где у тебя отобразилось вот это задание сделать постель? Справа сверху. А. Ну-ка, значит, спальник. Да. А, растение в горшке. Блять, не считается. Угу. О, а тут какой-то, кстати, тут источник света есть, охуеть, цивилизация. Тут может быть какой-нибудь есть, надо сраный этот, ножик взять. Ножик? Ножик? Хуёжик, блин, шедевр. А, отмычка это. Пиздец, он медленно ходит. Почему нельзя в кровать вот этой спать? О, набивной капюшон. Как его, нудить? Пиздец, чувак, в ассасина поиграем. Я уже слушаю его. Не, слушать это одно, а другое дело. Погоди, что у меня, кстати, по музыке? Мне же она вроде должна быть. Ладно, вроде бы ее нету. Да ты сажал сейчас? Нет. Я ничего не жру. Сука, двери надо закрыть. А ты где, в доме этом? Да. Видал, я ассасин до хера. Угу. Так, растение в горшке. Я не понимаю, почему... Ты собрал траву хоть какую-нибудь? Пошли ее соберем, попробуем. Ну пошли, интересно, каким нахуй образом. Сука, я не могу быстро бегать, у меня перелом нах. Получается? Ща.
О, 4, да, получается. 4 из 10. Заебись. Майнкрафт. Так, спальник изготовить, разместить. Погнали, ну, в доме тогда я там обоснуемся. Сука-ассасин. Да. Интересно, какая у меня кость переломана? Есть какая-нибудь информация об этом? Сломана нога. А, пиздата. Можно вот здесь, где свет, сюда идти. Ну, насчет нужных хз, конечно. Насколько оно нужно. А факел, интересно, бесконечный здесь? Так, ну я тогда буду спать вот здесь. А, еще время изготовить. Так, а как изготавливать? Вот изготовление, спальник, волокна травы, изготовить. А, еще и ждать надо. Блять, что за мобильный РПГ? Надо кристаллы задонатить, да, чтобы быстрее крафтить. Изготовить так. Спальник, каменный топор. Так, и как... А, вот так. Как разместить на Е? Не, просто его берешь и ставишь. Чувак, идет чмо какое-то. Я не... А, все. Я не знаю, как... А как ставить? На какую кнопку? Просто кладешь ее. Ну, а как положить его? Блять, пиздец, не страшно, что никто там. Чувак, на какую кнопку класть-то, ебаный свет? Просто берешь, кладешь правую или левую. Просто возьми кровать в слот. А, во, наконец-то. Чувак, там пиздец. Чмо какое-то. В смысле чмо? Сука, я ему сейчас анус подожгу. Ну-ка, где он? Где? Я не знаю, я слышу какие-то звуки страшные. Да ты слышишь все подряд, ё-моё, и толку от этого. Просто не забывай везде двери закрывать. Здесь, блядь, графика Next Gen, сука. Мне вроде звуки эти, как у мира, вроде на сотку, при этом я нихуя не слышу. Общая громкость звуков 100, ни пизды не слышу. А, я знаю, что надо сделать. Сейчас, ёпта. Пиздец, кто ж придумал эту хуйню-то, а? Вот как теперь в микшер попасть, когда его на втором экране нету, а? Я? Да. Одежду скрафтил себе. Уже? А топор, да, скрафтил? Топор, да. Только теперь как, сука, надеть? А, наверное, так вот как-то. Там в тапке, короче, где персонаж у тебя. Так, дерево собрать. А ты дерево руками, что ли, собирал? Нет, я его не собирал вообще. А где ты его нашел? А оно было. Маленький камень собрать. Давайте его только подумать. А, вот, смотри. Так, камень это будет готовить. Ну, давай. Так, волокна травы. 3 штуки. А зачем мне одежда, если я уже подышу? Так, травяные штаны изготовить. Сука, зайся. Так, все, у меня есть меч. Алмазный. Ты в доме все еще? Нет. Я тут на улице. А че тебя так тихо стало слышно, Арсений? Не знаю. Сейчас я проверю. Не, у меня микрофон на полную выкручен. Сейчас, ну-ка. Это ты там? Да, я.
Так, дерево собрать. Сейчас мы все сделаем. Простейший лук. Слушай, чё, у меня что-то, знаешь, возникло такое жесткое желание завтра куда-нибудь поехать. Как деревянная дубинка изготовить. Поехать хорошо, только, сука, бензин где взять? Просто интимного характера. Так, волокна травы собрать. Погоди, а волокна... Это же обычная трава, да? Да-да-да. Что-то я как-то не замечал до этого. Как трава это называется? Так, маленький камень собрать. А что я сейчас крафтить буду, мне интересно? А, изготовить лук и стрелы. Охуя. Бля, тут пиздец, чувак ползет. Что? Ну там пизда ползет. Ща его заебошу. А у тебя ничего не сломано, кстати? Блять, он пиздит меня. Да не обоссы его. Все, сдох? Наверное. Почему зомби нельзя лутать, мне интересно. Вот. Это чувак, выполняй дальше по квесту задание. Я выполняю. Так, заложить фундамент. Нахуя, у нас дом целый есть. У нас коттедж, ёпта. Зачем нам строить что-то? Это, чувак, это раст для бедных называется, понимаешь? Пизда, тут зомби заспавнилось у нас, чувак. И ты дверь-то в дом не закрыл. Так, как это сделать? Как каркас сделать? А дерево там возьми и на вот там зайди. Что? Тут как минимум трое. Ты дубинку скрафтил? Топор у меня. Что за человек-паук? Ой, в смысле этот железный паук. Железный. Блять, он меня пиздит. Сука! Чувак, тут это горит очко. Очень сильно горит. Чувак, чё? Максимально помощь нужна. Где ты? В доме я. Так выйди из дома, потому что их там много. Выходи из дома, ливай. Я уже ливнул. Только 22 хп. Там этот чел горящий, ё-моё. Бинты скрафть. Есть у меня, сейчас. Как их использовать, сука? Я не знаю, как их использовать абсолютно. Ни на одну кнопку не используется. Все, наконец-то. Чё, сука, музыка из Майнкрафта играет. А чё их так дохера стало резко? Ну, потому что прав кашлем этот момент. А это чё за херь? Блок при дизайне на землю? Ничего, каркас ставить, нет? А я вот не могу понять, типа, там еще стоит, типа, улучшить каркас. Ну, не знаю, надо сначала разместить для начала. Здесь размещать или все-таки отсюда бы уйти по-хорошему? Ну давай здесь пока. Хотя ну, лучше ладно. Уйти на самом деле. Просто сейчас уже походу темнеть будет. Ну он чмошник сразу. Он перевозбудился. О, рюкзак. А, это я пускал. Давай его заебошим. Блядь, пиздит. Блядь. Сука. Не давай ему вставать. Все, заебись. Да, таких зомби даже в сталкере не было. Ну, кстати, кролик. А Игнатий ФК ушел? Нет. Ну а что ты стоишь тогда? Пошли. Я бинты крафчу. А как они крафтятся? А, куски ткани нужны. А, ну заебись. И где ты их возьмешь сейчас? Да блин. Блядь. Что? Ща, погоди, тут просто... Управление еще непривычное. Все. А сейчас это нельзя использовать, классно. Охереть, Аризона 260 миль.
Охренеть. Какое-то серое унылое говнище. Вот там чему опять? Обработка ссадин, сотрясение, легкая инфекция, сломанная нога. И без меня все, короче. Угу. А ты не можешь ходить быстрее, да? Нет, я только вот так бегать могу, и все. А может, ты тогда посмотришь, как здоровье улучшить? Ух, из-за я, наверное, ногу перемотать. Хотя, как здесь ног перематывать? Никак, скорее всего. Да и не будем в драку лезть, а то... Сука, у него все равно спринт. Это нравится, когда я вот так вот бегу. Потому что это очень медленно. А, ткани, кусок ткани. Короче, лутай всякий мусор, если попадется. Угу, которого тут нету. Так, а это куда? Аризона 260. Сука, ты везде вообще добыл. Вообще мусора никакого нету. Ой, я вижу что-то. Ух, ебать. Это зомбарь идет, сука. Ну, естественно, ты все. Завод, я нашел завод, Арсений. Или тюрьма. А мы не на сервере играем, нет? На сервере. Но мы играем на приватном. Ну тут, собственно, чувак, да. Че там? Да тут, сука, тюрьма какая-то сраная. Ага, пидорасиков много? Угу. Как минимум одно. А давайте просадки допустим в FPS. Так, Арсений, аккуратно, лутай тогда это. А то сейчас тебе этот... Придурок. Почему придет? У меня дверь открыта? Я же ее закрыл. Аккуратно, Орси. Аккуратно. Надо уже идти отсюда. И вот здесь никаких средств передвижения нету, сука. У меня вот. У меня боли в ноге, понимаешь? Сука, лесничество, что ли, я не могу понять. Ага, ты что, сталкер переиграл, какое лесничество? Оооо, щит. Ты же знаешь, что это? Это АвтоВАЗ. А, грузовик. Да. Чувак, чмой! Сука, я не могу! Чувак, мне не жить, все. Завали его, я сверху завалю, попробую. О, у меня лук есть точно, я же забыл. Сдохни, пидорасина. Он сдох? Охереть, он сдох. Так, чувак, у меня тут чмошник. Удачи. Фугас из жестянки какой-то. Гвозди, сука. Я минус унитет уже. Кипяченая вода. А, ну это... Сука, у меня же инфекция еще какая-то. Либо спит, либо сидит. Чего грузовик нельзя сесть, а? Чувак, тут я сверху, тут чмошники, аккуратно. Кремотный набор. Бля. Молоток. Вы вывихнули ногу. В смысле, как? А, у меня вообще перелом. Возражены, примите антибиотики, чтобы избавиться от симптомов. А, сука, ну, мне пизда. Определенно, Арсений. Сука, тут такое! Чувак, ну Left 4 Dead отдыхает. А, ну я теперь не выберусь отсюда. Меня сейчас дверь выбьет, чел. Все, очко. Миссия проиграна. Ты понимаешь, да? Че? Миссия проиграна, все, я в западне. А стоп, а если деревянный каркас какой-нибудь поставить? Точно. Ну-ка, залезь. Тайм ту каркас, чел. А, не, погоди. Но он будет ставиться, нет? О! <с
Наебали систему. Вот и разместили каркас. А как улучшить АХЗ? Может, какой-нибудь молоток надо создать? У меня есть молоток. Но он, наверное, как оружие используется. Надеть, починить, разломать, выбросить. ХЗ, что я могу так делать, и все. Так, ладно. Это давай, я не знаю, хавать приготовим что-нибудь. А у меня есть в инвентаре банка. О, радиация 0,5%, у тебя сколько? Это не радиация, это заражение. Ты так радиация от биологической опасности не отличаешь. У меня 1,7. Чувак, тут... О. Ой, тут, короче, ой. Все плохо. У тебя на сколько выехал? 8 минут. А, ну пизда. У меня на 2 часа. А, это кролик, там, короче, нет. Ой, бля. Оно, сука, еще прыгать умеет. Давай не пойдем туда. Сука, ты же сказал, что нам еда нужна. О, у меня еда мясо. Есть, нам просто надо обосноваться. Костер надо. Что-то гнездо там залутал. Я залутал его. А. Короче, смотри, сейчас мы идем куда-нибудь в безопасное место. А, все, пизда. Что? Сотрясение, суть по всему, короче, дает о себе знать. Надо найти какое-нибудь сейчас безопасное место, где-нибудь в пещере какой-нибудь обосной. Блять, давай его грохнем. Да нахера он себе, он ползает и ползает, и насрин его. А, пизда. Так, и чё произошло? Сейчас узнаем. Ну все, наверное, в ад отправился. Появиться на кровати, появиться рядом с кроватью. А, блять. А у меня кровать аж нахуй в доме, по-моему. А, не. Где нахуй называется? Чё? Где я, ёпта? А, ну я недалеко от дома. Сейчас я добегу, кстати. Давай тогда до тюрьмы там. Да. Зато теперь я здоровый, как пельмень. Надо было сразу сдохнуть, короче. А там рюкзак у меня остался, да? От меня. А, ну все, заебись тогда. Тени Майнкрафт, где вещи, блядь, рассыпаются и пропадают через 30 мгновений. А, у меня, кстати, на карте сверху помечено, где у меня рюкзак валяется мой. А как ты карту открыл? Ну не на карте, в смысле сверху на компасе. Реально, надо было сразу сдохнуть и все. Сука, пиздец, здесь дерево ломается, такой, как будто кто-то дохнет, вот такой звук. УХЗ. То есть мы в мире апокалипсиса находимся? Хуялипсиса, наверное. То есть потому что все сгорело нах. Так, ну собственно я в 40 метрах. А у тебя здоровье 100%? Да. И никаких болезней, переломов, ничего нету. А, это ты. Так, а как сразу все нельзя забрать, да? Хорошо, здесь shift работает, как в Минкрафте. Ну все, заебись. Надо только одеться обратно. А, я оделся обратно, все, заебись. Ну все, чувак. Надо было, я тебе говорю, сразу сдохнуть и все. Только не пойми, где у меня кровать. Пошли меня... место тогда это обосновать. Чё, у меня надо. Спальник, блять, в том доме остался, сука. Ну ладно, он крафтится там просто. О, там знак, кстати, дорожный. Может, куда-нибудь попадем уже мы в итоге? А, это, судя по форме, это, блять, знак стоп. Да. Так, окей, здесь чё? Сука, это френбо какой-то ебучий прям. Так, железо и... Пустая жестяная банка. Может вот здесь вот? На, около горы? Около дороги? А где гора? Ну вот, если прямо идти. Это Мурманск, да? Ну, кстати, похоже. Сука, так же себя хуело там, да? Так, ну окей, тогда
твое предложение. Где костер ставить будем? Сейчас, где-то вот тут вот. То есть на горе хороший вид? Да, да. Хороший вид, классный. Бля. Как это ты? Да я. Я обосрался. Ну можно вот здесь вот на самом деле. Сука, я вообще хотел в какой-то пещере, знаешь, которая типа тупиковая. Но, судя по всему, тут пещера не, сука, не тупит. Как мне кажется. И время уже почти 8 часов вечера. Так, ну в любом случае, можно тогда дом построить, да? Из земли. А, ну все, я буду жить в этом, на этом кубике, блядь. Не, вообще, если серьезно, можно было бы, конечно, дом построить. Но нужно ли, спрашивается. А есть, вот, кстати, знаешь, что интересно, палатка какая-нибудь там ебучая? Верстак, кузница. А, да, кузница. Давайте в Майнкрафт поиграем. Фермерская делянка, стол со свечой, спальники, раковины, унитазы. Зачем, сука? Костер. Короче, костром пока займись. А тут нужны какие-то маленькие камни. Ну так собери их, везде они валяются. Железная дверь, блок из плитника, сука, булыжник какой-то. Брезентовый блок, деревянная лестница. Короче, деревянный забор, мне кажется, проще всего поставить просто и все огородиться. По крайней мере, их это должно задержать, как минимум. Как тебе такое предложение? Ну, давай, только сначала все-таки с едой надо как-то разобраться. Еда есть, у меня есть 4 яйца, 2 сырых мяса и чили там еще в инвентаре. И кастрюля еще есть, так что это вообще без проблем. Так, я тогда крафчу забор пока что. Две штуки всего удалось, чувак. Ну это красиво вообще. Так, ну допустим. Сука, скотина, мразь. Ладно. Сука, забор как на кладбище каком-то. А, тут зажать можно, все. Отлично. Сука. Приехали на дачу, строим дачу. Секретно. Кстати, мы сегодня вообще как в Майнкрафт пойдем или что? Я не знаю, давай пока здесь. Я вообще спрашиваю. Наверное, вряд ли. Я просто на самом деле, если Майнкрафт, то мне на TCR тянет. А, TCR? Ладно. Это, слушай, а ты, у тебя есть какой-нибудь камень, а то у меня... Ой, сука, у меня разгон пошел. Камень есть какой-нибудь у тебя? Да вряд ли. Ну, посмотри в инвентаре. Так, нету. Сейчас я загуглю. А, все, сюда уже нельзя ставить. А почему сюда ставить-то нельзя, непонятно, нихрена. Ну, пусть здесь стоит тогда. Someone's day to die. Так, там чмо нет никакого? Нет. Чмошники идут, Арсений. Сейчас все будет. Все, сука, you shall not pass. О, видишь, он свернул. Это давай, Арсений, кровать надо скрафтить. Или как там называется, спальник? Да. Смотри, как его забор задержит. Хорошее это. А, надо. Надо как бы мне помочь. Иди, пиздюк. Ну чё, чувак? Чё? Забор их очень хорошо сдерживает. Ну ты понял, да? Ну хотя бы какая-то мнимая защита. Мнимая.
Что-то у меня просаживается до 39 кадров. А у меня стабильно. Сука, он еще и летает. Ну, это альфа-версия, все нормально. Кстати, а что если зомби от Мудоха, что будет, а? Он пропал? Что-то выйдет, сейчас погоди. Где? Маленький камень. Сука, заебись, они сделали это. А, может быть, найден, сука, уйди, блядь. Уйди, блядь, уйди, сука. Что-то нам может быть найден, а на земле в большинстве биомов его можно получить из камня. Блядь, как его получить из камня? Сука. Что тебе там кто-то... А, ты ставишь. А, все, тут уже не ставится. Так, а как спать, главное, интересно? Никак. А, блядь, заебись. Так, с помощью кирка. А, я понял, Майнкрафт. Хорошо, кирка. А, пизда. Чё, ну, поставь короче... факелы. А, ну окей. А, заебись, тут нужно какие-то... А можно то есть, чтобы сделать костер, нужно скрафтить кирку, которая не крафтится. О, камфайр. Ну, костер, да. А может, не обязательно кирку это все делать? Сейчас. Блять, мушкетон есть, что за сюровый крафт? Как ты ебучий камень-то, блядь. Как спальник крафтится, кстати говоря? Чё, короче, чтобы это... Камнищи. Так, спальник. А, всё, я уже могу заготовить. Отлично. Так вот, камень был здесь прям у нас. Ну, ищи камни, я не знаю, где они. Какой камень нужен? Полноценный или мелкий? Просто любой камень. По-моему, мелкий нужно, но ты подбирай все. Логично. Бля. А как спать? Ой, блядь. Просадки до нуля. Я слышу звуки страшные. Я тоже. На пес. Факел в воздухе висит, да? Сейчас, походу, да. Нашествие будет. Туду. Забыл еще, как этот, как его, не крафтить это, спать как. А ты где, скажи мне? А, вот сейчас. Сейчас чмошники к нам придут, а по-любому. Ну, у нас есть защита, как бы. Хуёво. Да. Ну, что поделать, чувак. Бюджет ограничен. Сейчас. У меня такая клава горячая. Так, сейчас ответы Mail.ru читаем. Так. Происходит проблема на версии. Так. Бинт можно скрафтить. Нихуя нету. Как не бинт, не пиздец. Так, опять ответы Mail.ru. Никак. А, заебись. В смысле никак, блядь? Че за хуйня? Спать у вас не получится. Чувак, нет такой функции в игре. А, блядь, заебись. Пиздец. А зачем тогда спальники нужны? Сейчас, ну-ка. Блять, это здесь такие звуки страшные? Угу. О, старая кровать. А, ну... А, точка респавни после смерти. То есть мы здесь спавниться будем. А тот старый тогда спальник, что с ним? Нет, ой, там что-то, блять, там что-то страшное, пиздец. Где? Вон там вот.
не знаю, видишь. Короче, каждый новый установленный этот спальник будет новое место спауна. То есть это два последних, значит, мы спауниться будем здесь после смерти. Вон, видишь, там какой-то дым, огонь, я не знаю, вон идет. Двигается. Чмошник обоссанный. А, так это зомбарька, которая горит. Чувак, надо пистолет скрафтить. Сейчас я кое-что сделаю. Я вообще видел, по сути, здесь только мушкетон из оружия огнестрельного, нормального, и все. Ну-ка, а что насчет, кстати, реально у меня разрядки аккумулятора? Блять, он опять разряжается. 90 тысяч. Слушай, а может быть он только вот через эту херню может перепрыгивать? А через забор нет, типа? Как бы это по-ебанутому не звучало. Мало ли такое может быть. Сука, на забор висит в воздухе, чувак, альфа-версия, понимаешь, игры? Угу. Там, чувак, чмо? Из АФК быстро. Блять, пизда. Дай мочи его. Мочи. Пизда, он быстро. Блять, я попасть не могу. О, у меня 76 FPS. Мочи чмо. Мочу. Пизда, он не бьется. Сука, падай, алкаш ебучий. Вон там идет дым опять сраный. Да дым, хер бы с ним. А что должно добываться-то, я понимаю? Ничего. Кишки. За счет нихера это не помогло. Ой, чувак, у меня тут жопа. Какая? Сейчас я быстренько сейчас здесь 30 ватт поставлю. 10-30 ватт. Какой смысл, если трупы все равно пропадают? Что мы тогда ночью вот сейчас будем, собственно говоря, делать? А, давай крафтить что-то по этому, хотя бы по это... заданию? По помощи, да-да, по помощи этой сраны. По помощи или по заданию? Ну, то, что там надо сделать вот этот вот каркас, улучшить вот его, давай тогда херачить. Ну, пока хорошо, мы вот... все равно не разобрались с этим говном. У меня есть коркас. Я ставлю коркас. Что я тоже ставлю. Что дальше? Молоток? У меня есть молоток. Только он, по-моему, используется как... Опа. Это кусок говна. Выкинь его. Не кусок говна, это какая-то вот... Что это? Что у меня в руке? А, это мешок какой-то. А называется эта херня наручи из металлолома. И у них есть это, прочность. Сейчас считаем, как улучшить вот этот Seven Days to Die. Так. Как улучшить Seven Days to Die? Требуется, а доски какие-то. Допустим, какая-то есть. Максимальная нагрузка. Ой, какая, пиздец. Блядь, нагрузка, сука. Сейчас, погоди. А будь ты, сука. Так. А, чел, тут, короче, про спальник в журнале написано. После того, как вы разместите спальник, на компасе карте появится значок в виде кровати. Она приведет вас домой и будет служить точкой возрождения, если вы погибнете. Только один спальник может быть активен, и это последний размещенный спальник. Блять, пиздец, сам молоток. Разместив новую кровать или забрав старого, вы навсегда удалитесь в предыдущую точку возрождения. Размещенный активный спальник не позволяет врагу возрождаться в некоторой области рядом с этим местом. Размеры этой области отображаются, пока вы размещаете спальник. Нихуя. Ну, короче, да, ладно. А, стон Аксия. А, так что ли? Да, окей. Пиздец, тут еще прокачка какая-то. Охуеть. О! Что? А, бери топор, по нему правой кнопкой мыши бей. А, досок нихуя нету. Сейчас исправим. Дайте помогу. Спасибо, блядь. Чё? Помог, 0 хп. Так, что дальше? Маленький камень собрать. У тебя штук. Есть камень? Это выкинь свой из инвентаря камень, я подниму, потом я тебе скину. Мы так выполним квест. А, нихуя. Чувак, у тебя камень потратится, ок, да? В смысле потратится?
Как это понимать, потратиться? Бля, чел, просто ходи, ищи, и все, это же без проблем. Вот нет нихуя, потому что я свой факел там сверху поставил. А точно факел. Чего здесь нет? Чувак, там камней было до хера просто. Но это не форест, где камни, короче, спавнятся. Тут дерево с веревками. А, ну это ебучая текстура, а не камень. Это что? О, куча мусора. Ясно. Ну, короче, я понял, это надо в глаза долбиться, потому что ни хера не вижу. Ага, ну зомби тут ходят, это, в принципе, превосходно. Хорошая работа, выживший. Вы доказали свои способности. Мы отметили на вашей карте ближайшее поселение Уайт Ривера. Там вы найдете торговца, с которым можно вести дела, Сидорович. А также обмениваться историями с одним из наших дружелюбных граждан. Добро пожаловать на борт, Ной. В смысле, какой Ной? Ной. Ну и сталкера, Ной. Топливо. Включить! В смысле, топливо включить. Ща, погоди. Ну, пизда, я согрел всех! Сука, почему здесь как в Майнкрафте нельзя? Сука, от них же можно убежать? Да, можно. А, сколько гореть будет? Ни хрена, ну-ка, включить. Ха, включил! Ты понимаешь, Арсений, здесь в костре есть кнопка «включить». Чувак, ты понимаешь, что нас просто наебали по всем фронтам? А ты где? Ну, сказано на карте, ну, типа, на комплексе будет кровать отмечена. Не пизды. Нихуя. Вот именно. Где я? Я хуй знает, где я. Какие, блядь, пиздоболы редкостные, чувак. У меня сейчас, сука, вот чуть-чуть, и у меня так гореть сейчас будет. После того, как разместить спальник на компасе и карте, появится значок в виде кровати, блядь, где нахуй? Пиздец. Где я нахуй? Вот. О. Что это? Блядь, это зомби ебучие, блядь. Чувак, я тебе официально готов заявить, что я что? Нахуй потерялся. Так это, смотри, где у тебя этот кровать сраный. Блять, она не отображается, нихуя. А у тебя, торговца нету. И как ты думаешь, есть ли на карте, где там кровать? Нихуя. Центрировать по спальному мешку. Где? Блять, хуй пойми вообще просто. Чувак, ну если это не пиздец, вот то я не знаю, что такое пиздец. Ну я не знаю, как тебе помочь. Тут координат же нет. Пизда, так что я могу сказать. Mm-hmm. Вот как минимум, блять, почему нельзя сделать, чтобы на компасе отображался спальный мешок, а? Где вот нахуй? Быстро эту, ебать, быстрая точка хотя бы отображается. Например, куда туда вроде пиздовать надо. Нихуя не уверен. А, да бля. Сейчас упиздят. А, ну блять, конечно, собак еще мне не хватало.
Вот чего мне не хватало, так это, бляда, собак, конечно же. А еще перевеса ебучего тоже не хватало. Ну, пиздато, пиздато. Хорошая игра, мне понравилась, я нахуй ее удаляю, все. Это пиздец просто. Это пиздец. Чувак, типа, когда разработчик не может, блять, просто на карту нахуй добавить значок спальника. Хотя в инструкции пишет, что она будет, он будет отображаться. Долбоебизм просто, как еще это назвать?